Так, мужики, вам покушать что надо? Покушать надо еще сладкого? Все хорошо. Rus əsirliyində olan Ukraynalı döyüşçülərin görüntüləri yayılıb. Rusiya Telegram kanallarının yaydığı kadrlarda işğalçı ordunun hərbiçisi yaralı əsirlərə qayğı göstərir kimi davranır, yemək təklif edir. Lakin bunun əvəzində Rusiyaya şöhrət deməklərini tələb edir. Ukraynalı əsirlər isə düşmən hərbiçisinin istəyini yerinə yetirmir. Əsirlər düşməni sizi Rusiya xilas etməyibmi sualını da cavabsız qoyur. Что, плохо живется вам? Слава России, давайте, мужики. Давайте, слава России. Давайте, слава России, или что, блядь? Отошел уже, да, родной? Отошел уже. Чуть не умер, да, я отошел. Че приуныли-то, мужики? А кто тебя спас? Не Россия, нет? Ну а что, не слава России? А не Россия? Русские войны? Чего ты, блядь? Значит, не русские, значит, слава России. За Россию же бьются, правильно? Россия, войны России. А войны России? А, так они за Россию же воюют? Какие разные войны? Почему бы войны себя тут не довезли? Да? Ну вот.